прекрасное в нашей жизни начинается с весны. Когда в такие же ясные майские дни 45-го умолкла Вторая мировая война, человечество восприняло это как добрый знак судьбы, ведь оно рождено для мира и счастья. Но не успели еще зарасти травой окопы, еще дымились руины, а ветры холодной войны уже леденили земной шар. И тогда миллионы людей поняли, мир не приходит сам по себе. За него надо бороться. Бороться яростно и до конца. На первом Всемирном фестивале молодежи и студентов в Праге в 1947 году тысячи юношей и девушек заявили: «Не дадим взорвать мир. Будем бороться за единство молодежи всех рас, всех национальностей и верований, за глубокую и искреннюю дружбу народов. Единство – наше средство, мир – наша цель». Прага, Будапешт, Берлин, Бухарест, Варшава, Москва, Вена, Хельсинки, София, Берлин, Гавана и вновь Москва. Весной 1985 года первые майские цветы мы берегли не только для влюбленных. Мы ими устилали дороги ветеранов. Как и в каждом уголке нашей Родины, мы чествовали своих защитников и освободителей, вспоминали погибших героев. За победу сражались русские и французы, поляки и англичане, югославы и американцы, верные сыны и дочери многих народов и стран мира. Никто не смеет нарушить сон павших. Но почему так тревожен крик чайки? В 41-м здесь кипела вода, горели камни, рушились дома. 75 дней и ночей Одесса сдерживала полчища фашистов. Сегодня это самая большая южная гавань страны, мирный порт. В Одессе мы встретились с Николаем Тыманем, бригадиром докеров, героем социалистического труда. Мы к 12-му фестивалю и к 40-летию Великой Победы над фашизмом взяли повышенные социалистические обязательства. И сегодня мы эти обязательства выполняем с честью. Хочу сказать, что только 3 дня тому назад, обрабатывая теплоход «Солнечногорск», был установлен новый трудовой рекорд. За смену было погружено одним звеном 526 тонн. То есть было сделано 3 сменных нормы. И еще большое событие у нас, что от коллектива Одесского порта на Всемирный фестиваль поедет наш комсорг комсомольской молодежной бригады Виктор Францевич Балтрушевич. Я благодарен коллективу бригады, коллективу порта, который выдвинул меня на этот форум. В составе делегации от Одессы, ну, мы поедем 11 человек, значит, приложим максимум усилий для того, чтобы внести свой вклад в дело мира, в дело разрядки. Короткое слово «дружба». Дружба – это радость, это открытые сердца, это добро и веселье, это вера и надежда. Здесь, в Чопе, на пограничной станции, она расцветет еще одним садом в честь фестиваля.
берущим силы от земли Венгрии, Румынии, Чехословакии, ГДР, Советской Украины. Старинный немецкий город Бремен. Здесь проходила 10-я встреча молодежи Советской Украины и земли Бремен. Парни и девушки с Украины были гостями организации социалистической немецкой рабочей молодежи, социалистической молодежи Германии «Соколы», лиц, преследовавшихся при нацизме, и молодых друзей природы. Встречи, беседы, дискуссии. Как расширить обоюдное сотрудничество? Как вести совместную борьбу за мир против угрозы ядерной войны? Как лучше пропагандировать идеи фестивального движения? В составе нашей делегации была Лариса Фомина, токарь Дебальцевского завода по ремонту металлургического оборудования. Бригада женская, но есть в ней и один мужчина, их земляк. Герой Советского Союза Николай Щербина, погибший на войне. Его заработную плату они перечисляют в фестивальный фонд. Лариса – депутат Верховного Совета Союза СССР. Человек общительный, веселый, отзывчивый. Конечно, ей обидно, что многие ровесники на Западе имеют превратное представление о нашей советской действительности. Мыслей, конечно, много разных. Молодежь здесь есть и хорошая. Ну, люди стремятся нас понять, поддержать в борьбе за мир. Но очень много людей не знает о нашей жизни, и особенно молодых людей. Вообще не имеют представления о Советском Союзе. И, в общем, на дискуссиях очень много пришлось доказывать, рассказывать о нашем социалистическом строе, о том, как мы живем. Одни по незнанию, у других это четкая позиция. Из таких и сколачивают резервы новоявленные фюреры. Это не что иное, как карта гитлеровского рейха в бронзе. Скорбят о третьем, бредят о четвертом. Помни о горькой участи братьев, живущих в разлуке. Такова реальность. Помни о горькой участи. Они пришли на нашу землю порабощать, сеять смерть и разрушение. Они замучили молодогвардейцев. Мы навеки с нами, знамя молодой гвардии. И наша память. Иван Малукалов, бригадир горняков шахты «Комсомольская», член ЦК Комсомола Украины, делегат 12-го Всемирного фестиваля. Вот уже много лет бригада трудится вместе с Олегом Кошевым. Его заработок ребята тоже перечисляют в фонд фестиваля. А работают они отлично, с комсомольским задором. Этот звонкий, упорный труд, труд горячий, самоотверженный, ответ всем, кто хотел бы забыть уроки войны.